Мы молодой город. У нас нет средневековых крепостей. У нас нет старинных замков. Но у нас есть традиции. У нас есть замечательные люди. У нас рабочий город. Город инженерно-технической интеллигенции. Мы заслуживаем лучшей, комфортной и безопасной жизни. Поэтому в течение тех лет, что я работаю здесь, это осуществлялось. Это было, к сожалению, несбыточной мечтой. Технически переоснаститься. Не передавать ничего никому в частные руки. Привлекать частно-государственное партнерство только как дополнительное. И основа иметь свое, надежное, умелое. И все, что будет обеспечивать нормальную нашу с вами жизнь. Уважаемые водители нашей коммунальной техники,